Кумир советских зрителей, брутальный красавец с неотразимым природным обаянием Георгий Юматов обладал трудным, порой невыносимым характером. Был как зреющий вулкан. Чуть что не так, желваки начинали ходить. Кровь закипала. Никуда не поедешь. Поеду. Я сказал нет. Был момент, когда Юматов бежал за ним с шашкой наголо и кричал: «Зарублю!» Но Владимир Абрамович быстро бегал, поэтому бежал. Тот самый Роговой, который, в общем, снял культовый фильм «Офицеры», с ним главные роли. Этот внутренний нерв позволял Юматову создавать глубокие и сильные образы в кино, за которые актер заслужил всенародное обожание. Но этот же неистовый, взрывной темперамент был проклятием его жизни. Бушующий Юматов был неукротим. И вдруг мы все узнали, что вроде бы он убил человека. Как? Лишь маленькая женщина с детскими ямочками на щеках и цепким властным взглядом, жена актера, Муза Крепкогорская, имела над ним магическую власть. Эта роковая любовь подняла Георгия Юматова на вершину славы, и она же предопределила главную трагедию его жизни. Стреляете хорошо. Награжден красными революционными шароварами, товарищ командир. В красных революционных шароварах и с поленом в руках Георгий Юматов шагнул на экран, чтобы остаться в вечности. Фильм «Офицеры» сегодня признанный шедевр и киноклассика. И трудно представить, что звездные актеры, приглашенные на главные роли поначалу, не верили в его успех. Я ведь отказывался даже вначале, потому что роль у Жоры 75-80%, а у меня там всего 15-20%. Но я не понимал, в чем, так сказать, ну, идея моего характера. Командир первого взвода Варава. Заметно. Жора мне, говорит, приходил злой. Я говорю, что случилось? Да, говорит, снимаюсь в этих офицерах, наверное, дерьмо будет редкое. Потому что все время на площадке, говорит, импровизации, все ищем, как решить. Роговой заглядывает нам в рот, ищет, что мы придумаем, а должно все отрешить. Злился, все время злился и считал, что офицеры будут провалом. Однако, по иронии судьбы, Юматову, сыгравшему к тому моменту уже десятки ролей, суждено навеки остаться в памяти зрителей человеком особой профессии. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия, взводный. Верную жену героя Юматова сыграла актриса Алина Покровская. А жену зачем привезли? У меня 300 бойцов. Общая казарма, общая баня. Ну, товарищ командир. Но настоящая жена Георгия Юматова тоже присутствует в фильме. Несколько секунд, без слов. Эта молчаливая роль была написана специально для одной из лучших выпускниц курса Сергея Герасимова в ВГИКе и сталинской стипендиатки Музы Крепкогорской не случайно. Все режиссеры знали: хочешь снимать Жору, ищи роль для его жены. Юматов всегда заботился о ее карьере, но мог ли он рассчитывать на благодарность в ответ? Она, с одной стороны, гордилась, с другой стороны, она не считала, что она хуже артистка, чем Юматов. Там была ревность, нет, не зависть, а ревность и обида, что ее в основном снимают в маленьких ролях. Елена Крепкогорская, племянница актрисы, сохранила в памяти теплое отношение к Георгию Юматову и сложные чувства к родной тетке. Несмотря на тяжелую болезнь, Елена Валерьевна согласилась рассказать о тех моментах в жизни семьи, которые кроме нее сейчас уже не знает никто. Она тоже подчеркивает: да, была зависть. Юматов-то был популярный. Его обожали все. Может, помните этот кадр из «Москва слезам не верит»? Юматов! Привет! Привет! А ты чего здесь торчишь? Да вот, Нина обещала вынести пропуск, и до сих пор нет. Что ж ты мне не позвонил? Он сейчас
на пяти слова. Она кто? Никто. Рядом с ним вообще никто. Поэтому, конечно, зависть была, безусловно. Юматов всегда старался подчеркнуть. Музычка в профессии гораздо сильнее меня. Что это было? Лесть? Или искренне верил? Муза лучше хотя бы потому, что выпускница курса знаменитого режиссера Сергея Герасимова. Он хотел учиться у Герасимова, я знаю. Но Герасимов сказал, а мне нечем тебя обучать, ты все умеешь. Он был прав, потому что Юматов уже был создан как актер, как личность. Многие партнеры Юматова признавались, его невозможно переиграть. Жора настолько естественный, что у него не видно актерской техники, просто живет в кадре и притягивает к себе все взгляды. Он был действительно самородок. Он был органичен до такой степени, ну, как животное. Вот он действительно, он правдив во всех ролях до невозможности. Оторвать от него глаз невозможно. Георгий Юматов появился в кинематографе, казалось, из ниоткуда. 19-летним вернулся с фронта. Его поколение еще только поступало в вузы, а он уже снимался в кино. И сразу у самых знаменитых режиссеров. Григория Александрова, Сергея Герасимова. Многие гадали, как это получилось. Он 2 года сразу после выхода из госпиталя в 45-м году посещал актерский факультет киношколы при Мосфильме. А сюда, во ВГИК, ходил на занятия к Герасимову. 1946 год. Григорий Александров начинает снимать фильм «Весна». И слушатели киношколы Жору Юматова приглашают поучаствовать в эпизоде. Так он впервые появился в кадре в качестве помощника гримера. Это его первые 5 секунд в кино. Разрешите? Давай, Лешечка. Григорий Александров шутил потом. Надо же, как Юматов пришел в кино. Разрешение попросил. Именно Александров, зная, что режиссер Сергей Герасимов подбирает актерский состав для фильма «Молодая гвардия», порекомендовал ему Жору Юматова как яркий, героический типаж. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил о вашей компании, все нет и нет. Я тут ужас как перенервничал. Юматов был невероятно сильный физически. Он весь сотканный, вот как лианы бывают сотканные, такие мышцы мощные. У него не было живота, у него постоянно было, вот знаете, на животе как стиральная доска, кубики. Руки были мощные, все литые. И он был очень интересен внешне. Потом улыбка такая бесшабашная. И в «Молодой гвардии» его Герасимов пригласил. И там случился роман с музой Крепкогорской у Юматова. Удивительный роман. Удивительный, в общем, по верности. Пожалуй, по верности все-таки. Георгий Александрович как влюбился, так и влюбился в музу. Вам этого никогда не понятно. Обаятельная студентка в ГИКа с кудряшками и ямочками на щеках Муза Крепкогорская поначалу даже внимания не обратила на вихрастого неуча Жорку, который появился в их компании буквально с улицы. У нее были другие планы. Девушка уже выбрала себе достойную пару и собиралась замуж за друга детства, студента-биолога. И вот на студенческой вечеринке однокурсник Музы Глеб Романов взялся предсказывать друзьям будущее по ладони. Музе Крепкогорской он сказал, ты знаешь, ты скоро выйдешь замуж. Но интересно, что тебя уведут буквально из-под венца. И самому Юматову он стал смотреть на руку и говорит, ты знаешь, у тебя в начале жизни будет невероятный успех. Какой-то просто колоссальный успех. Ты будешь очень знаменит. Тебе будут, видимо, будут все как-то приглашать, снимать. Ну, даже о съемках тогда речи не шло, но что успех будет. Но вторая половина жизни, так посмотрел, во второй половине жизни будет какой-то очень нехороший случай, после которого у тебя очень заболит сердце, и ты уйдешь из жизни от сердца. И вот вы знаете, интересно, что все, что касается этих предсказаний, ведь сбылось. Это был момент предчувствия судьбы. Как бы повернулась их жизнь, если бы Муза вышла замуж за другого? Может быть, в той реальности ее ждала карьера звезды, а имени Юматова
никто бы так и не узнал. Юматову было 16, когда в семью пришло известие. На фронте тяжело ранен его старший брат Костя. И Жорку словно подменили. Марина Копшева, родная племянница Георгия Юматова, вспоминает, как рассказывала ей о довоенном детстве брата мама, старшая сестра актера. А до того он был обычным мальчишкой во дворе. Прыгал, скакал. Он такой был, бесшабашный. Но никто за ним особенно не следил. Что хотел, то и делал. У Жорки вскипела кровь. Он тут прохлаждается в Москве, вместо того, чтобы фашистов бить, а брат чуть не погиб. Помчался в военкомат. Возьмите добровольцем. А там, естественно, осадили. Какой ты вояка, тебе еще учиться надо. Юматов не сдавался. Я готов, но хочу учиться военной специальности. Эта лестница известна всем, кто смотрел фильм «Офицеры». Именно здесь отбывал трудовую повинность провинившийся внук генерала Трофимова. Ненашев, ты тряпку-то вовремя отжимай. Трофимов, крепче, крепче три. Дисциплину нарушать вы все мастера. Надо сказать, что в эту школу Юматов сам привел съемочную группу, потому что с этими стенами у него был связан огромный важный период его жизни. Позор. Суворовец Трофимов. Если уж вы ни в грош не ставите генерала, пощадите хоть бабушкины нервы. В мае 1943 года в этом здании на проспекте Мира, в то время Первая Мещанская улица, была создана и набирала добровольцев Московская объединенная школа военно-морского флота, в которую направил Юматова военком. Жора сам выбрал специальность – матрос-сигнальщик. На фронте сигнальщиков называли «смертники». Они должны были стоять на мостике и передавать соседнему судну команды флажками, под пулями, без укрытия, в кромешном аду. Но Жора торопился на фронт, а на сигнальщиков учили быстрее, чем, к примеру, на радистов. Всего 7 месяцев по ускоренной программе. Курсанты старались всему давать привычные морские имена. Вот эта лестница называлась трапом, кухня – гамбузом, а спальни – кубриками. Именно из стен этой школы в декабре 1943 года Юматов ушел на фронт. Жора мне, например, рассказывал, как он юнгой, как он воевал, как он тонул где-то в Керченском проливе. И это было уже зимой. Он говорит, уже ну сало было на воде. Я говорю, какое сало? Что сало? Он говорит, это когда вода начинает замерзать, и она не льдом покрывается, а такая, как... Вот как каша у нас сейчас на улице, когда оттепель такая вот и сверху плавает. И поэтому вот их катер военный, естественно, во время войны был подорван, и они плавали какое-то время. И вот он был один из тех, кого, в общем, спасли. Но у него, я помню, он говорил, что у меня из-за этого всегда очень мерзнут руки. Юматов был трижды ранен и трижды контужен. Освобождал Крым, Одессу, Бухарест, Будапешт, Вену. Ходил в штыковую атаку и в рукопашную. У него была такая ярость в бою, что даже ранений не чувствовал. А после отказывался сходить на берег. Залечивал рану прямо на борту. И в госпиталь попал только один раз, уже перед победой. Среди его боевых наград редкая медаль Ушакова на цепях. Знак матросского мужества. У него было много пережитого. Психика, конечно, очень удобная для актера, но сложная для жизни, когда она еще нагружена болезнями, нагружена пережитым и ощущением жизни, которое у него было очень острое. Человек был такой очень импульсивный, на все он реагировал. Это редкие кадры. За несколько месяцев до смерти Юматова в больнице, где актеру была сделана сложнейшая операция, Георгий и Муза дали интервью давнему другу семьи, сценаристу Виктору Мерешко. Юматов, вспоминая прожитые годы, говорит жене. На что мы с тобой ездили? Войну и кинематограф. И неизвестно еще, что страшней. Кому-то это может показаться странным. Каких только ужасов не пережил человек на фронте. Чем его может страшить кино? Все время переливается кровь у тебя в жилах. Все время. Понимаешь, потому что ну, я могу выучить текст и наизусть его рассказать, но это никому не нужно будет зрителям, они будут плеваться. А я не хочу, чтобы на мою работу плевались, поэтому приходится делать это с кровью. И иногда устаешь больше, чем после боя. Но еще удивительный контраст
что страшит музу. Самое страшное в кино, что сегодня ты в фаворе, ты снимаешься, ты работаешь. Завтра чуть перерыв, все, ты забыт напрочь. Никто не вспомнит о тебе. Чувствуете разницу? Он говорит про испепеляющую актерскую самоотдачу. Она также страстна. О жажде признания и славы. У него муки творчества, у нее обида. Когда-то в «Молодой гвардии» у Сергея Герасимова муза мечтала сыграть Любку Шевцову. Мэтр давал понять, что видел именно музу в роли этой героини. И хохотушка, и танцевала, и на язычок острая. Только попадись, чем не Любка? И все же Герасимов предпочел другую свою ученицу, Инну Макарову. Это была уникальная совершенно возможность проявить себя актерски. Ну, потому что Любку Шевцову играть, там было что играть. Концерт при участии известной артистки. Господи, Любовь Шевцова, тоже мне артистка. «Молодая гвардия» открыла для кинематографа сразу несколько звезд первой величины. Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Юматов, Инна Макарова. Но все они играли положительных героев. А музе дали роль предательницы Выриковой. В поздней редакции фильма ее фамилия Лазаренко. Крепкогорская сделала ее мастерски. Зло, хлестко, достоверно. И всю жизнь потом проклинала эту роль, считая, что именно Вырикова Лазаренко перечеркнула ее актерскую судьбу. Ты дура. Немец, там просто фельдшер ни черта не понимает. А ты дура, дура и есть. А вот меня направили в контору бывший завод «Скот». Еще и паёк скоро дадут. Ты дура. Но было ли это справедливо? Быть может, экран высветил что-то, чего муза Крепкогорская сама о себе не понимала? Она обаятельна была, только вот, знаете, как есть в английском языке такая пословица, что у нее была красота только на уровне кожи. Только skin deep. Только вот внутри ничего не было. Свадьба музы и Жоры наделала шума во ВГИКе. Студенческие и семейные пары, конечно, возникали в это время. И романы были, но чтоб свадьба, невеста в фате, это было непривычно. Однако муза любила произвести впечатление. Должен сказать, что я свадьбу-то не видел. Почему, простите? Сейчас объясню. Потому что меня все время посылали куда-нибудь. Это достать, это принести, и все на кухню. Значит, я на кухню забегал, только что-то там схвачу. Мы в общей квартире жили, в одной комнате. Нет, я дополняю. Меня по рукам. Вот это их типичная манера общения. Муза стремится выйти на первый план, Жора вспыхивает, искры летят, а через минуту уже снова музочка-музок. Всю жизнь их зыбкий союз держался на безграничной любви Юматова к этой пухленькой женщине, умеющей быть забавной, трогательной и при этом не ослабить хватку. В актерских кругах все были уверены, муза вертит Жорой как хочет. Не будет дураком. А вообще все мужчины тряпки. Просто смешно даже, до чего они легко голову теряют. Другой там посмотрит, две академии кончил. Все равно придет она, эта любовь, и он со всеми своими академиями только слюни спускает. Они были разные. Он домашний, она светская. Нарядится во все самое яркое и в гости. Он сам готовит, стирает рубашки и носки. Муза бережет себя. На кухню заходит редко. Если надо побаловать мужа, покупает ему обед в ресторане. Как он это терпел, я не знаю. Всегда было не убрано, захламлено все. Пока мама еще была жива, ее все было более-менее ничего. А когда ей не стало там, значит, настоящий. Она не была хозяйкой. Она была принцессой, вокруг которой надо было крутиться. У музы была тайна. Жора ее знал. В детстве на глазах у девочки повесился ее отец. Известный музыкант, один из аккомпаниаторов Шаляпина. Муза пережила шок и на время потеряла дар речи. Ее мама и старший брат как могли баловали девочку, чтобы страшные воспоминания об отце забылись. Был очень богемный человек. Болтливый в этом плане, неосторожно болтливый. Поэтому, когда
наступил 37-й, какой-то там 38-й год, он решил, что все, чтобы не ставить под угрозу семью, он решил повеситься. Поэтому она ему простить не могла этого. Муза, она посчитала это оскорблением. Уже потом, уже будучи взрослым человеком, она его фотографию порвала. Может быть, эта пережитая музой в детстве травма делала ее в глазах Юматова такой хрупкой и ранимой, маленькой девочкой, которую нужно защищать. А дворянская кровь по маминой линии оправдывала все ее аристократические причуды. И когда муза дула губки: «Жоржик, зачем нам сейчас ребенок? А вдруг мне дадут роль? Что же мне, беременной играть?» Юматов, скрутив себя узлом, соглашался. Хотя он очень хотел детей и жил мечтой о большой семье. Она же всю жизнь была же на то, чтобы дождаться какой-то глобальной роли. Поэтому детей не хотела иметь. Поэтому сделал, извините, безумное количество абортов. Однажды, когда муза вновь отправилась к подпольной акушерке, Юматов случайно узнал об этом. Проболталась подруга жены. Георгий в ярости буквально вытряхнул из женщины адрес и вломился в квартиру прямо во время операции. Но было поздно. Он не успел сохранить ребенка, которого муза обещала ему выносить, о котором он так долго и страстно мечтал. Убила ребенка на 4-м месяце беременности. Казалось, простить этого Георгий не сможет никогда. Он ушел от жены. Он жил где-то, снимал то ли комнату, то ли у кого-то. А муза жила вся там в трехкомнатной квартире. Так что семейная жизнь была такая, как американские горки. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Но муза не сомневалась. Жорик вернется. И он действительно вернулся. Степа! Подожди! Попытки Юматова найти другую женщину, к которой его тянуло бы столь же страстно, не удались. Но и надежды на полноценную семью больше не было. После криминального аборта муза не могла иметь детей. Позже в их жизни будет еще много горьких, обидных моментов, которые им придется научиться друг другу прощать. Если на картине появлялась красивая партнерша, то тут Георгий Александрович не проходил мимо, или скорее она не проходила мимо Юматова. Нет, он очень понимал толк в женщинах, ценил, и женщины на него реагировали: ну, мужик, ну, мужчина, ну, сильный, физический, красивый, популярнейший. Ну, как тут Юматов? Вы наконец-то передвижка? Я? Ага. Да. Всю жизнь передвигал. Что привезли? Женихов. Ой. Требуется. Ой, девочки, подъезжай. Не тогда шофер баранку крутишь. Она уже сосватана. Да. Тем более, я все больше налево кручу. Он одноразовый стрелок. Стрельнул и тут же бежал к музе. Мы знали, что она уходила от него. Доказать, что она сама, понимаете, доказать, что она чего-то стоит, она вот такая. Охота была плакать из-за такого типа. Ну что ты вот лежишь, убиваешься? Замолчи. А он только зубы скалит. Не смей. А потом вернулась и всю жизнь прожили вместе. Чем же так притягивала к себе Георгия Юматова муза Крепкогорская? Все, кто знал актера с юности, признавали: до встречи с музой ему нравились совсем другие девушки. Ух, какая девушка! Я выступаю против исключения из комсомола Егорова. У меня сердце разрывается, когда я смотрю на нее. Принципиально. Искренний, скромный. И вдруг... У меня свидание. Какое свидание? Первое. Ты видишь эту девушку? Ну, я женюсь на ней. Лично я на все согласна! Почему любил? Не знаю. Любила все. Да, любовь чувствует необъяснимое, иррациональное. Поэтому, конечно, любил. Но любил отчаянно, любил безоглядно. Даже самые пылкие страсти со временем угасают. Однако муза, похоже, владела секретом вечного огня. Быть может, потому что понимала характер мужа, как никто другой. А характер был неистовый. Выписывай, гад! Слышишь? Перестаньте хулиганить. Выпиши! Шнапчук! Как вам не стыдно?
нации, кто смерти не боится, вперед! 1954 год. Режиссер Сергей Васильев, один из братьев Васильевых, знаменитых авторов Чапаева, начинает снимать на Софийской киностудии «Болгарфильм» первый в истории советского кино международный кинопроект «Герои шибки». Это была масштабная батально-историческая эпопея о том, как в 70-х годах 19 века Россия освобождала Болгарию от турецкого ига. Фильм получит приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 1955 года. У Георгия Юматова роль казака и героя. Пожгут их станицы, эти басурманы. Ушашки бы их, ваше благородие, ушашки! Актер так вошел в роль, что дважды спас людей на съемках. Первый раз гримершу, которая тонула. Увидев ее, Георгий, не задумываясь, прыгнул в воду с 12-метрового моста. А второй случай даже частично попал на кинопленку. В фильме «Герой шибки» в одной из сцен он снимался вместе с Евгением Самойловым и Константином Сорокиным. В их задачу входило проскакать галопом на лошадях через горящую деревню. Декорации подожгли с помощью керосина, деревня пылала, но видимость была нулевая. И когда всадники выскочили на камеру, оказалось, что их двое. Шел счет уже на секунды, пришлось Георгию Юматову и Евгению Самойлову срочно возвращаться за партнером. Оказалось, что лошадь Константина Сорокина, испугавшись огня, сбросила седока, и без посторонней помощи он бы не выбрался из огня. Помощь подоспела вовремя. Георгий Юматов и Константин Сорокин дружили потом всю жизнь. Мастерству Юматова-наездника на съемках фильма «Офицеры» также помогло предотвратить беду. Сцена погони снималась рядом с глубоким ущельем под Ашхабадом. Главные герои фильма на конях скакали по обочине друг за другом. Впереди Василь Семенович, за ним я, и дальше замыкает Жора. И, ну, мотор, все. Вася поскакал, и мой Адлер, которого звали, и вдруг он, значит, рванул, закусил у дела, и я ему уже не могу ничего делать. А там уже сзади Жора кричал: «Вася, Вася!» У Алены лошадь понесла, у Алены лошадь понесла. Васька оглянулся, а мы уже стукнулись. Прямо корпусом. Вот мой Адлер в его лошадь. И мы начинаем оба заваливаться. Вот тогда Жора подскочил, и он перехватил удила, и вот так вот он их выровнял. Это центральный московский ипподром. Мало кто знает, что здесь в период с 45 по 47 год занимался профессионально Юматов конным спортом. У прославленного тренера Елизара Левина, который воспитал целую плеяду спортсменов-конников, здесь Юматов учился преодолевать препятствия, скакать без седла и стремян. Эти навыки потом ему неоднократно пригодились в кино. Так в фильме «Офицеры» за оператора он снимал сцену, одну из сцен, на скаку с камерой под брюхом скачущего коня. Георгий Юматов стал звездой в 30 лет и два десятилетия не сходил с экрана. Он воплотил в кино череду героических образов. Солдаты, матросы, милиционеры, шоферы. Все они получались у Юматова живыми, искренними и разными. Не было заигранных штампов. Он тоже был актер на роли героя, но его героизм, можно сказать так, это амплуа героя, обеспечен его биографией, что огромная редкость. Юматов действительно видел нечто такое, имел такой внутренний опыт, что, конечно, кино это в полной мере не использовало. Не Трофимов в фильме «Офицеры», а Хромов из картины режиссера Владимира Венгерова «Порожний рейс» – любимая роль актера. Его повезу на станцию. Пусть все как есть опишет. И меня пусть опишет. И тебя. Всего тебя шакал с головы до ног опишет. В ней герой Юматова настоящий хищник. Для собственного благополучия готовый на все. В экстремальной ситуации на грани жизни и смерти в нем неожиданно проявляется человеческое и героическое начало. Я помню очень любимый нами всеми народом Сергей Владимирович Лукьянов, такой актер был, замечательный актер. Он видел на просмотре эту картину и звонит мне по телефону и говорит: «Муза, гениально сыграл». Он редко говорит, мужчина говорил такие вещи. «Гениально сыграл твой Юматов». И говорит, он сыграл как рысь. Я запомнила это слово.
рысь. Отойди! Не трогай меня своими руками! Куранты, как сердца, звенят на Спасской башне, насыпался на елках миллион огней. С годами актерские амбиции музыки Пкогорской не угасли. Ее преданность профессии и неизбывная жажда славы восхищали Юматову. Она была заводилой в этом тандеме. Ее амбиции не давали ему останавливаться. Кто знает, сколькими ролями и какой долей популярности в кино Юматов обязан именно музе. Я не боюсь возраста в кино совершенно. И не боялся раньше. И, кстати, вы Юматов тоже... Вы решили бы сниматься все равно? Конечно. Вот предложите мне 106 лет сыграть, пожалуйста, с удовольствием. И ночью поползу. Куда? Куда позовут. Тебя подвезут, вот уж куда тебя ползти. Это точно, это теперь меня возят. Кончится, вот пока возят. Ты доползешь. Любила ли она своего Жоржика? Трудно сказать. Но совершенно точно он был ей нужен. Их взаимное притяжение испытывалось на прочность постоянно. Равнодушие музы к ведению хозяйства и мотовство невероятно раздражали Георгия и становились поводом для скандалов. Он рычал и бесился. Она покусывала его едкими словами. А ругаемся каждый день. Ругаемся. Проситесь. Свет, подожди. Мы ругаемся, ну, естественно, почти каждый день. Пусть... Да вы же из собаки ругаетесь. Да пусть отходим тут же. Вдруг он говорит, как же я тебя люблю, грязь. У Музы была кошка всегда постоянно, а у Георгия Александровича собаки. Кошка-собака. Они даже по характеру чем-то были немножко кошка-собака. И жили, в общем-то, как собака-кошка Жора Муза. Вот так. А Ленин что, из большевиков? Ленин, уважаю. А что думаешь, Петренко тоже из ихних? И Нюшкин Николай за них даже в тюрьме сидел. А ты куда полез? Мне прям очень даже стыдно за тебя. Так ведь у большевиков одни взносы гривен на месяц. А у этих? О, у Серого. Да так. А ты ищешь партии подешевше. А жить как? Тише. Снимут омундирование в гол, как сокол. Тише, дура. Тише, дура. Юматов непрерывно снимался, брался за проходные роли, вместе с Музой играл эпизоды и выступал с концертами. Он хорошо зарабатывал. Муза любила пустить пыль в глаза. Была охотницей за дефицитом. Получил уже, да? Вот хорошо. Да. Проверил, пятен нет? Слушай, ежик, я сейчас тебе такие потрясающие туфли выписала и сумку с большой пряжкой. Нужно, чтобы ты все это одобрил. Девушка, а нельзя все это завернуть в два слоя бумаги, а то нам далеко нести. Теребила популярного мужа, посвети лицом в магазине. Ей все время что-то было нужно. Французские духи, колечко с бриллиантом. Юматов закипал. Он не умел юлить, просить, что-то выгадывать. Но Муза надувала губки, и сердце любящего мужа не выдерживало. Крупно потратившись, Крепкогорская обычно говорила, смеясь. Да ладно, Жоржик еще заработает. А Юматов любовался, видя ее смеющейся, с ямочками на щеках. И ради нее готов был на все. Разве мне денег жалко? На пропадение трижды пропадом. Он ее обожал, она его обожала. У них была какая-то необыкновенная гармония и то, что они знали друг друга как никто. И при этом продолжали играть вот этого мужественного героя и такую вот кошечку, которая иногда царапалась или брыкалась, или что-то ему говорила в ответ. Но это было гармонично, это было закономерно, понимаете? Это были разные люди, но они были очень похожие, и они как бы вот сочетание двух начал, соединенное без всяких трещин, все вот соединенное и слитое в один очень какой-то красивый семейный шар. Георгий Юматов всегда был настолько поглощен своей женой, что после его смерти вдруг обнаружилось, о звезде советского экрана почти ничего не известно. Где он родился? Были ли у него родственники? Ходили слухи, что он вообще детдомовский. Когда умер Георгий Юматов, оказалось, что о звезде советского экрана ничего доподлинно не известно. Мне пришлось провести целое расследование, чтобы выяснить факты биографии актера. Вот в этом доме на Чаплыгина 8 он родился. Здесь жила его большая семья.
в огромной квартире, которую до революции снимала семья Юматовых, а после революции жило 5 семей. Здесь вот за поворотом школа, в которую он бегал мальчишкой. Он был очень подвижным подростком. Занимался боксом, футболом, катался на коньках. Вообще качал мышцы, чтобы, мечтая о море, мечтая о кино, мечтая о подвигах, как каждый мальчишка до войны поры. На чистых прудах осталась его душа. Юматов был третьим ребенком в семье. Брат Костя и сестра Таня были намного старше. Есть фотографии родителей Юматова, где мама актера, Татьяна Георгиевна, беременна Жорой. Удивительно, но в Москве живут большие семьи родственников Юматова, которые никак не претендовали ни на общение с ним, ни на наследство. Близких отношений не было. У нас ведь муза была между нами. Она же всех отвадила. Не хотела, чтобы он общался почему-то со своими близкими. Она, что ли, стеснялась, что он из простых. И мы не дворяне. Ну, в общем, вот так. Семью Юматова долгое время были родственники жены. Брат музы Валерий Крепкогорский годами жил за границей. Несколько лет в Нью-Йорке, как представитель СССР в секретариате Организации Объединенных Наций. В доме его дочери Елены хранится множество совместных с Юматовым и музой фотографий во время его приездов на отдыхе веселой компании. Именно брат был поставщиком сногсшибательных нарядов музы. Она все время говорит, что ей нужны для съемок нужны всякие костюмы, новые платья. Поэтому они всегда присылали ей все, что надо. Вплоть до париков. После оглушительного успеха фильма «Офицеры» приглашений сниматься Юматову парадоксальным образом стало поступать заметно меньше. Все потому, что в кинематографических кругах славу знаменитого актера затмевала его репутация. Ну, с ним же была вот беда, что он вот пил, поэтому все время, кстати говоря, все время же... Ой, Господи, прости меня грешную. Все время вот музу старались, какие-то небольшие роли, но чтобы она все-таки была всегда рядом с ним, чтобы она могла уследить. Вижу компанию знакомых ребят из Столетейного. И вот-вот запоют, что мелкомыш, деревья гнулись. И вот спорим, не догадаешься, кто заводила. Надо, ша. Кто бы ни был, все равно. У него и так столько неприятностей. В партию не приняли, говорят, из цеха выгонят. А он сам себе еще хуже делает. Кто же он, о ком ты говоришь? Так, в титрах фильмов, следом за перечнем главных героев, где крупными буквами было выведено «Георгий Юматов», в длинном списке «И другие» непременно оказывалась М. Крепкогорская. Поздравляю! Куда? Куда? Одевай! Одевай, говорю! Поздравляю, Дальше! Вот, а теперь кланяйся, кланяйся, кланяйся! По народной любви можно было только с ним сравниться Николай Александрович Крючков. Крючков-то был старше по возрасту. Юматова обожали. Он был любимец. Его настолько любили люди, воевавшие, и люди, помнящие войну. Мы были вот в Одессе, в гостинице «Аркадия». Шли или поужинать, или пообедать с ним. Только садились за стол, со всех соседних столов. «Юматов Георгий Александрович! Герой наш!» Бутылки одна, бутылка вторая на стол. Приходили, ну, выпей, мы тоже фронтовики. Или там, мы вошли, мы же одесситы. Да не, я не пью. Да как не пьешь? Ну, рюмочку ты можешь прикупить. Конечно, прессинг чудовищный шел. Выпив, Юматов терял контроль. Становился непредсказуемым. Мог подраться. Несколько прекрасных ролей было потеряно из-за его внезапных загулов. Самый известный случай произошел на съемках «Белого солнца пустыни». Красноармейцем Суховым мог стать Георгий Юматов, если бы в драке не попортил лицо. Когда режиссер Владимир Мотыль увидел на первой же съемке Юматова с кровоподтеками и заплывшим глазом, немедленно отстранил актера от работы. Ой, что это с тобой? А? Чего вы? Да ну... Вот если говорить о потере, о которой он жалел, это «Белое солнце пустыни». Он
смотрел картину с ненавистью и сожалением, и любовью. Вот всего такой, потому что картина-то хорошая. Юматову с его неистовым характером довелось побывать и в психушке. Он там лечился от пристрастия к алкоголю, и в тюрьме. Парадоксальным образом, даже в этих недружественных человеку условиях, вокруг Жоры, а его называли по имени до самой смерти, немедленно складывалась атмосфера подлинного всенародного обожания. Было чувство своей значимости, что ему все можно. Вот это было. И машина у него всегда была, форсированный двигатель, он не мог ехать. Тихо, ему хотелось ехать, как летишь на самолете. Но ему же нужны сильные ощущения. Однажды он несся на бешеной скорости, нарушая все правила движения, и слегка задел пешехода. У того выпала папка из рук. Милицейский наряд, который задержал нарушителя, даже не попытался его наказать. Сразу звонит там какому-то начальнику. Тот вот великий артист Юматов, пьяный, там, наезд. Минуточку, подождите. Пришли два начальника. Георгий Александрович, можно мы сядем за руль? Мы вас везем домой. Здравствуйте, инспектор ГАИ, лейтенант Корягин. Здрасте. Простите, это вы? Конечно, эту невероятную любовь вызывали роли, которые Юматов сыграл так достоверно, что его самого воспринимали героем фильмов. И он мог гордиться обаятельным Степкой Огурцовым из картины «Разные судьбы», который не замечает влюбленную в него подругу детства. Думаешь, я не понимаю, почему ты сюда приехал? Ах, вот как! Ты решил из-за тебя? Да ты же совсем-то не под пару, такой же самовлюбленный нарцисс. Лейтенантом Рябовым из фильма «Не забудь, станция Луговая», с неутихающей памятью о потерянном счастье. Бесстрашным и чистым душой Венькой Малышевым, героем фильма «Жестокость». Мы должны поднимать авторитет советской власти, понятно? Нет. Я считаю, что враньем авторитет не поднимают. У него были и грехи, и великие достижения, и все прочее. Все это составляло очень цельную, очень мужскую такую энергию, максимализм, если хотите, который был замечателен, особенно в наши времена, когда люди скользят направо и налево до того, что просто уже смотреть не хочется. А здесь была жесткость абсолютно и в идеологии, и в позиции, и в понимании красоты, и в понимании правды. Это было ему все присуще. Однако главный зритель, для которого играл Георгий Юматов, редко был доволен. У актера была капризная и требовательная муза. Ради нее муж был готов на все, и, возможно, именно поэтому ее роль в самом роковом событии в жизни Юматова осталась непроясненной. Это случилось 6 марта 1994 года. Позвонила муза, кричит: «Витя, Жора убил человека». Я прибежал. Уже была милиция, Жора сам позвонил в милицию. Была милиция, в общем, он говорит: «Витя, сам музу поддерживай, и его увезли. На первых допросах Юматов с невероятным упорством берет вину на себя. Это он убил, и не надо больше ни в чем разбираться. Подробно рассказывает, как умерла любимая собака Фрося, как он попросил дворника помочь ему ее похоронить, а потом пригласил в дом. Они вдвоем выпили бутылку водки. Юматов отправил дворника за второй, но не дождался и уснул. Очнувшись от крика, пошел в комнату и увидел, как дворник пытается изнасиловать его жену. Тот держал музу за горло. Юматов схватил охотничью винтовку и убил его. В показаниях записаны его слова: «И если бы такое случилось еще раз убил бы». Мне позвонил Жариков, или Гвоздикова, я сейчас не помню, Наташа, но они собирали деньги для адвоката. Я уже слышал об этой истории, вот, и, конечно, переживал, и у меня не было возможности, и мы не были так близки, чтобы поддержать их.
Но я на вопрос сбора денег сказал, конечно, я помогу, но, может быть, этого даже не надо. У меня есть адвокат, который сам вам заплатит еще деньги за то, что ему дадут такое интересное дело. Это был такой Борис Кузнецов, он только что вернулся из Петербурга и приехал. Трагедия произошла на Черняховского, 5. Здесь жил актер. Сюда уже после следователей приехал адвокат Кузнецов, чтобы опросить соседей и исследовать место преступления. В его трактовке произошедшее приобрело совсем другой окрас. Оказывается, дворник оскорбил не жену актера, а его фронтовую память. Завязалась драка, обидчик метнул в актера нож, а тот, защищаясь, схватился за винтовку, не зная, что она заряжена. Юматова обвинили в непредумышленном убийстве и превышении допустимой самообороны. А через 2 месяца его выпустили по амнистии, потому что страна готовилась к Дню Великой Победы, а он был фронтовиком. Осталось много загадок, которые никто не хотел разгадывать. Друзья Юматова были рады, что актер не заканчивает свою жизнь в тюрьме, а прокуроры и следователи, они ведь тоже зрители. Весь народ, вся страна, все, кто его знал и знал ее, они переживали за эту трагедию. И все были на его стороне. Это человек легенда, это человек истории. Ну, совершил проступок великий, совершил великий грех, за который он очень много каялся. Стараниями адвоката и самого Юматова имя Музы не фигурировало в деле. Как будто она не сидела за общим столом и не поминала собаку Фросю. Все знали. В этот период жизни актриса не отказывалась от возможности выпить. В этом страшном эпизоде главная роль, как всегда, отведена Юматову. А М. Крепкогорская даже не попала в титры. Участвовала ли в этом Муза, я не могу сказать. Но то, что она была с синяком, и после смерти этого человека она, по-моему, 2 недели вообще не показывалась никуда. В общем, для всех это был невероятный шок. Что уж там произошло, одному Господу Богу известно. Но то, что он всегда все брал на себя, то, что он Музу бесконечно любил, несмотря на то, что они расходились, сходились, изменяли друг друга и все. Но они вот, бывают такие семьи, которые... Но уже вот уже ничем их невозможно оторвать. Они как бы действительно вот 2 половинки. Вот они были противоположные половинки, но они вот так вот сбылись, жились и жили вместе. Георгий и Муза до последних дней продолжали жить в квартире, где так страшно повернулась их судьба. Для Юматова это было хуже тюрьмы. Мучительные переживания стали причиной сильнейших кровотечений. Ему был поставлен диагноз аневризма брюшной аорты. Запись последнего интервью сделана как раз после очень сложной операции, которая всего на несколько месяцев продлила его жизнь. Удивительно, как он относился к своей болезни, к себе, и как он всячески пытался, ну, скажем так, оберегать свою супругу. Так сказать, он просил, чтобы мы конкретно ставили его в известность о существующем положении вещей, а от Музы Викторовны что-то, ну, скажем так, скрывали. Несмотря на поддержку друзей, в то время Юматов и Крепкогорская были очень одинокими людьми, сплоченными как никогда своей общей бедой. Они состарились вместе, и Музе было суждено пережить мужа всего на 1,5 года. Она не смогла без него. Прожив столько лет, мне кажется, дороже его никого нет. И мне кажется, я его еще больше люблю. Никто никогда так и не узнал, что на самом деле случилось в доме номер 5 по улице Черняховского 6 марта 1994 года. Известно лишь, что Юматов до самой смерти оберегал свою Музочку. Она была для него не только обожаемой женщиной, но и единственным любимым ребенком, ради которого можно было и жить, и умереть.